Приветствую всех, Одесса на связи. Значит, появилась такая информация о том, что Российская Федерация впервые использовала для удара по территории нашей страны, по Украине, 4-тонную противокорабельную ракету П-35. Это ракета 60-х годов. Об этом заявляет Defense Express. На изображениях видны обломки ракеты П-35, отличающиеся значительными габаритами. Такая ракета идет длиной в 10 метров, а вес ее начинается от 4 тонн. Эту ракету разрабатывали еще в 50-х годах, а приняли на вооружение в 1962 году. Дальность ракеты, полета данной ракеты 350 км, скорость 2000 км в час. Масса боевой части порядком 1000 кг. Ударить ею могли либо с берегового ракетного комплекса «Редут», либо с подземного «Объект-100». И глядя на кадры данной ракеты, это, судя по всему, та ракета, которой нанесли на днях удар по Одесскому району или по Белгород-Днестровскому району. Я сообщал об этом в своем видео, это было в среду утром, вот порядком половине седьмого. У нас в 6:38, по-моему, объявили воздушную тревогу. И буквально сразу же наравне с воздушной тревогой раздался взрыв в Одессе. Слышный был достаточно громкий взрыв. Вот, ну, я сообщал об этом в своем утреннем видео. Вот, было слышно взрыв вот, где-то в 6:38-6:39 в этом пределе вот, утра. А значит, один взрыв. А потом была тишина. Буквально минут через пять, ну, была информация о том, что еще ракета летит. Вот, была тишина. Значит, я в тот момент находился дома. И у меня было открыто окно на фрамугу. Вот, ну, я не успел, как бы, идти в укрытие, куда идти, когда уже сразу, только тревогу объявили, уже сразу взрывы. То есть, уже сразу летели ракеты. И сперва сообщали о том, что ударили ониксами. Но, я так понимаю, именно вот этой ракетой, 4-тонные, ударили или по Одесскому району, или по Белгород-Днестровскому. Потому что минут через 5, после того, как объявили воздушную тревогу, взрыва не было, вот, а у меня задрожали окна, такое, знаете, как землетрясение какое-то. То есть задрожали окна и задрожали шторы на окнах. Но взрыва, то есть именно этого хлопка, взрыва не было, вообще ничего слышно. Просто такая дрожь пошла по дому. Я даже, по-моему, в каком-то из своих видео говорил, который в среду записывал. Вот. Я, честно говоря, я предположил, что, возможно, где-то далеко был прилет, именно в землю куда-то. Вот. И после чего вот эта такая дрожь пошла. Там действительно прилет был именно в землю, потом по территории какого-то агропредприятия. Вот пишут, что ракеты попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию. И там дыряка в земле, я не знаю, какая там глубины. Вот, и вот лежат обломки вот этой ракеты, за которую я вам сейчас рассказываю, ракеты П-35. Так что, такие дела. Вот, дрожь была реально сильная. Я же говорю, взрыва слышно не было, взрыв был вот наравне с тревогой. Вот, ну, такой вот громкий достаточно, да. А потом вот такая просто была дрожь, минут через 5, через 7, что я еще удивился, думаю, странно, никакого взрыва, что типа произошло. Так что такая вот ракета была у нас, походу. Ударили по нашему региону вот этой ракеты 4-тонной. Ладно, подписывайтесь на канал. До встречи. Пока.